Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мипфи, и сегодня мы продолжаем наше выживание в игре под названием 60 секунд. Итак, в прошлой серии Тед заболел какой-то фигней, по-моему, аллергией, и ему нужно срочно дать аптечку, вот так, да. Как раз у меня есть аптечка, и может кого-то, вот, ему еще поесть, Тебе еда, тебе еда. Так, и все вроде бы, да. Да, все. Значит, так. О, кто же пойдет наружу? Давай ты давно не ходила. Вот так. День 32. Такс, понятно. Обезвоживание. Всем попить. У тебя... Да, все. О, откуда взялась эта зеленая лужа? Капец, из труб течет зеленая слизь. Это не сулит ничего хорошего. Мы должны как-то от нее избавиться. Но, конечно, никто не прихватил швабру. И что будем делать? Ну, книжка давай. Я надеюсь, они же не будут книжкой вытирать. День 33. Понятно. Такс. Что? Я же вам дал воды. В смысле? Ладно. Блин. И нету противогаза. День 34. Блин, это плохо, очень плохо. Уход. Понятно. Так, что кому нужно? Голод. Ну, в принципе, тогда держите еду. Тимми, что это светится у тебя в кармане? О нет, муравьи-мутанты. Когда Долорес увидела их жуткие маленькие жвала, у нее чуть не случился сердечный приступ. Она хочет от них избавиться. Но Тимми говорит, что собирается построить атомную муравьиную ферму. Один из них обязательно добьется своего. Но кто? Это звучит очень интересно. Пусть строит. День 35. Атомная муравьиная ферма мне нужна. Блин. Ладно, голод. Я ж вам недавно давал еды. Блин. О, Шариков появился у нас относительно недавно, а потому с ним приходится держать уже ухо востро. И хотите... Верьте, хотите нет, но сегодня мы заметили на его ошейнике металлическую пластинку с адресом, к слову. Указанный дом находится неподалеку от нашего. Быть может, нам стоит прогуляться до этого места и разведать обстановку? Давай. День 36. О, все пропал кот. Ну ладно. Такс, еды нет. Голод, нет. О. До апокалипса Тед отлично ладил почти со всеми соседями. В особенности с очаровательной Дженни Макмиллан, которая живет за углом. Недавно он встретил ее во время вылазки наружу и даже пообещал поделиться с ней припасами. Понятно. Сколько? О, не. Нет. Супа у нас у самих мало. День 37. Понятно. Так, что кому нужно? Вода. Пейте. Выливая содержимое нашего сакрального ведра вблизи убежища, мы заметили... Наспех нарисованную карту на одной из стен. Кто-то нарисовал путь и обозначил финиш крестиком. Может, там спрятаны какие-то
запасы, проверим. Ну иди, Тимми, из-за тебя пропала одна банка супа, поэтому отрабатывай. День 38. О, что принял? О, противогаз! Уфу-фу-фу-фу, молодец, Тимми. Так, что? Голод. Нет, еще есть не хотите. Дальше. Во имя свободы откройте, услышали мы крик снаружи. Мы не были уверены, что за представители свободы. Нам показалось, что их несколько, и они вооружены. Все, кто представляется таким образом, наверняка собираются кого-то убить. Во имя свободы открыть нет. О, Мэри Джейн, день 39. О, еды принесла, отлично. Нормально. Голодание, голод. Ну, раз еда появилась, то все ешьте. Так, пить кто хочет? Нет. Пить никто не хочет. Вылазка, конечно же, пойдет кто-то. Близнецы вернулись, их группа увеличивается с каждым днем, так как они подбирают измученных и голодных уцелевших и выхаживают их, но, к сожалению, на данный момент у них есть только одна палатка, и место в ней медленно, наверное, заканчивается. Сейчас они ведут поиски подходящего места для разбития лагеря побольше, и карта города была бы очень кстати. Ну окей, возможно, они нас к себе заберут. День 40. Голод, жажда, усталость. А ну-ка, да, я могу ставить, ну вот. Погодите! А это, случай, мне карта из GTA San Andreas? Вот это вот Cross Street. Стоп, реально. Окей, тогда иди на Cross Street. Голод, жажда. Ну, еще никто ничего не хочет. Ага, снаружи. Тимми нет, иди до Лорес с противогазом. День 41. Обезвоживание. Пейте. Мы никогда не были большими поклонниками грибов, но их количество на стене заставило нас поменять мнение. Мы все мечтаем только о грибах. Должны ли мы их съесть? Ну, думаю, грибы со стен лучше не есть. День 42. О! Как? Во время своего обязательного забега в 3 часа ночи Шариков на полном ходу влетел в стенку. Из такого мощного удара из нее даже выпал один кирпич. Кирпичик, который, видимо, и так неплотно сидел в стене. Мы обнаружили целый портсигар с патронами. Кто бы его здесь не спрятал, спасибо тебе. Понятно, плюс патроны. Голод. Понятно. Мы уже собирались пойти спать, но кто-то постучал в дверь, кого-то принесло в такой поздний час. Кто может бродить по этой части пустоши? Неужели они пережили ядерный взрыв? Стоит ли открывать? Кстати, я с таким никогда не сталкивался. Блин, не знаю даже. Ну, почему бы и... А, хотя стоять. Тогда сделай вот так. Ну и почему бы и нет? Только не умрите. День 43. Нет, Тед!
Как оказалось, это был загадочный, но приятный парень в странном костюме. Он дал нам немного банок с супом. Это поможет нам выжить в ближайшее время. Открыть люк казалось не очень хорошей идеей. Кажется, мы подхватили какую-то ужасную болезнь. Эта кашель просто сводит с ума. Блин, Тед, ну какого фига? Даже аптечки нету. Так я вам вчера и поездил. Нет! Почему все так плохо? День 44. Где Долорес, блин? Ладно. Кто что хочет? Голод, голод, голод. Оглушительный грохот, возглас, удивление и побелка, падающая с потолка. Да, утро добрым не бывает, как оказалось, Шариков нашел в себе новую игрушку. Безубидный проводок, вырванный им же из стены. Бог знает, к чему этот кабель был подведен. Однако, все лампочки по-прежнему горят, а значит, ничего страшного не должно было произойти, или нам стоит отнять провод у нашего пушистого друга и выяснить, для чего он нужен. Давай. День 45. Долорес вернулась, да? А нет. Блин, где аптечку взять? А, так, кто что хочет... Голод, жажда, голод, жажда, голод, жажда. Никто ничего. Да, давай. День 46. Так, кому там что нужно? Обезвоживание, обезвоживание, обезвоживание. Пейте. Тимис... Заметил свой старый телескоп на груди обломков через дорогу. Он обрадовался при мысли, что вновь сможет посмотреть на звезды. Все-таки ночное небо едва ли не единственное, что осталось прежним после ядерного взрыва. Позволит Тимми выйти на улицу, чтобы полюбоваться звездами. Почему бы и нет? День 47. О, нормас. Нет. О. Долорес, нет. Блин, умерла. Ладно, минус один, еще есть шанс. Блин, нужно Теда лечить срочно. Может, как-то его кормить и поить каждый день, не вылечится он. Агенты, которые за нами шпионили, теперь стучатся к нам в дверь, да. Давай. Ой-ой-ой, день 48. Нормально. Сходу кормим и поим. Голодание, голодание. Ага, вам поесть. Тимми, давай только не умри, пожалуйста. Сразу тебе и воды дам на всякий случай. Все, иди, только не умри, Тимми. День 49. Если умирает Тед, это все, конец игры. Понятно. Болеет истощение. Пока он ничего не хочет, то я не буду говорить. О, сегодня нас навестили наши друзья и поделились замечательной новостью. Они уже построили свой уютный лагерь. Люди начали обживаться, и среди них немало детей. Некоторые малыши слишком часто находят проблемы на свою голову. Гоняя в пятнашках по руинам города, группа собирает... все возможные игрушки и игры, которые смогут занять детей и помогут держать их в безопасности. Нет, на карты можно играть. Ну, шашки, да, самое бесполезное. День 50. Тимми, быстрее, тут нужна аптечка, он может умереть. О, обезвоживание. Обезвоживание у тебя, да, было? Да, так, а тебе поесть? Вот и то, что мне нужно. Так, на что тут играем? Две бутылки воды.
Давай, давай. Мы должны выиграть. День 51. Нет, мы проиграли. Нет. Блин. Что у тебя? Жажда? Пей. О, нам показалось, будто что-то пристально смотрит на нас из угла. Мы думаем, что это крыса, по крайней мере, выглядит как крыса. Крыса, у которой нет проблем с пропитанием. Мы должны что-то с ней сделать, пока она ничего не сделала с нами. День 52. Болеет голодание, что ты ешь? О, чемодан за замок или за топор фонарик. Лучше бы аптечку дали нам. Ну давай замок на чемодан обменяем. Не знаю, конечно, зачем чемодан. День 53. Я опять противогаз. Вот блин, Долорес тупо просрала противогаз и свою жизнь. Ну почему? Ну почему? О, Тимми, пожалуйста, аптечку, пожалуйста. Нет, Тимми! Ну что? И что ты принес? Ничего. Все, ты умер. Обезвоживание, да, обезвоживание. Ну на тебе воды и еды, не знаю. Да, пойдет Мэри Джейн. К нам, о, бандиты. Давай, пушка их. День 55. Блин, минус патроны. Ладно. Так, понятно. Пойдет Мэри Джейн. Давай, ты должна принести аптечку. День 56. Просто должна принести аптечку. Кто там умрет, что? А, обезвоживание. Пей. Да, давай. День 57. Фух, он жив. Возможно, этот умрет. Блин. Ешь, только не умирай. О. О, давай. Только не умри. День 58. Блин. И что, они поймали? А. Круто, круто. Блин. Блин, голодание. Так, я же тебе дал еды. Давай, пофигу. Мэри Джейн скоро придет. День 59. Опять бандиты. Болеет голод жарко. Ну фигач с ружья опять. День 60. Ой-ой-ой. Минус ружье. Жажда. Попить чисто все. Давай, давай, хорошо. О, пожалуйста, аптечка, день 61. Нет! Ну что? Тед умрет. Ну Тед же умрет. Мы
проснулись под звук. Уже терять нечего, Тед скоро умрет все равно. О! А! Конец! О! Да! Мы выжили! Это эти близнецы, да? Все, конец. Похоже, прошлой ночью Шариков охотился на пустошь, потому что утром мы обнаружили у себя на пороге светящийся красный труп. А, крысиный. Кот был доволен своим подарком. Выражение радости на его мордочке тут же сменилось разочарованием, когда мы выкинули крысу подальше от дома. Вообще-то трогать мертвых радиоактивных грызунов нельзя. Может, надо было оставить ее там лежать. Мы уже свыкли с мыслью, что мир стал жестоким, пустынным и безнадежным местом. Но сегодня нам пришлось изменить свои взгляды, когда близнецы и несколько человек из их группы принесли нам приглашение. Не просто навестить их, а переехать жить в их новый, полностью обустроенный лагерь. Это возможно начать нормальную жизнь среди отзывчивых и порядочных людей, заботиться друг о друге в горе и радости, и вместе защищать наше маленькое сообщество от опасностей пустоши. Какой трогательный момент. Настало время покинуть наш темный, хоть и уютный бункер и пойти навстречу светлому будущему. Прощай, наш скромный, милый дом. Мы начинаем новую жизнь прямо сейчас. Тед болеет уже слишком долго, мы должны что-то предпринять. Понятно? Да, и вот все. Мы в безопасности, дорогой дневник. Запятнал. Две ноги хорошо, а четыре лапы лучше. Супа и зрелищ, тайны убежища, неожиданный звонок. Мы связались с военными подземелья, среди соседи снизу, охотница, хотите камень? Посещение больницы, оставили сообщение военным, радиопередачи, загадочный мешок, на все руки мастер, крошечное сокровище. Снова вместе, за нами следят, обратно в школу, фиаско с ведром, играемся в сантехников, мы не помогли армии, атомная муравьиная ферма, по следам, мутант Дженни, граффити, и снова здравствуйте, за нами следят, помощь от правительства, ориентирование на местности, альтернативная диета, крошечное сокровище, мне помогли армии, веселье и игры, гробовая тишина, любование звездами, Долорес была схвачена бандитами, большой брат, утренник, победитель получает все, рататуй, доставка на пустоши. Мы не помогли армии. К оружию. Радиопередач, как рыбка на крючок. Не все коту масленица. Бандитам вход строго запрещен. Радиопередачи. А бензин все-таки такой же дорогой. Новое начало. Юху! Вы выжили. А где остальные? Ладно. Количество пережитых дней 62, выпито воды 12, съедено супа 10. Сколько раз вы защищали свое убежище? 2. Количество успешных экспедиций 7 из 8. Предметы, добытые в ходе экспедиции 17. Отрицательные решения 4. Положительных решений 9. Завершить приключение. Все, мы выжили. И на таком прекрасном моменте я буду заканчивать эту серию по 60 секунд. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Мипфи. Всем удачи и всем пока.